сегодня предстоит Фениксу два поединка, помимо той игры, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Это матч против одесситов, против команды «Черное море», который состоится сегодня вечером, чуть позже. Но турнирные расклады говорят о том, что лишь победа в сегодняшнем матче еще оставляет шансы Фениксу победа на полуфинальную стадию этого турнира. Возможность провести быструю контратаку. Данила Болдыш выходит на ударную позицию. Ворота Феникса в первых минут защищает Эльдар Брачук. Сегодня произошла своеобразная рокировка. И вот первый шанс. Никита Боттер не успел замкнуть прострел на дальней штанге. Утешительные пятые и восьмые места. Первый гол уже зафиксирован в сегодняшнем матче. И теперь уже стандартное положение будет разыгрывать команда из Черногории. Пока что у нас оборона преобладает над атакой. И вот сейчас Самадвеевич у нас сыграл удар Брачук на последнем рубеже. Ну и разгоняет атаку. Фанговый. Мог оказаться сейчас на ударной позиции. Пробивает позицию на атаку Феникса. Дальний удар. Данила Дудина. А вот забить 5 секунд. Что это, то есть команда встречет и пойдет более сильно. Будет дуган первого тайма. Феникс делает ставку на быстрые контратаки. И давай соперника индивидуально решать судьбу того или иного эпизода. Дальний удар, но опять не хватает точности. И команд тоже поддерживают ребят. Очень позитивный, важный факт. Можно сказать о том, что и оппоненты Феникса тоже могут использовать эту тактику не безуспешно. Сейчас здорово сыграл голкипер. Феникс включает прессинг. Дальний удар, но Эльдар Брачук снова намертво поймал мяч. Дальний удар Вани Конькова. А его как упустили соперника, но здорово, вовремя вышел Эльдар Брачук. Сейчас будет попытка еще одного удара, и снова граун выше всяких похвал. Вот Сергей Горисенко, Юрий Ващенко, такая небольшая пауза у нас возникла в ходе первого тайма. В этом игровом эпизоде. Но вот на ударной позиции Максим Долгуля. Да, сейчас снова голкипер вырушил Черкащан. Активен был в течение всего матча. А вот на ударной позиции оказался Даниил Дудин, но не мог, конечно, сблизился с вратарем до того же свободного пространства, чтобы это осуществить. И вот еще один дальний удар. Позиционная атака снова. Но сейчас взял на себя ответственность Даниил Дудин. Дальний удар. И еще становится 1-0. Гол забивает Степана Неземка. Вот в концовке первого тайма Фениксу и удалось. Счет в сегодняшнем матче. Фланговый проход туда, и дальше уже свое дело делал на отлично. Глебова Неженко исполнил удар. И вот на ударной позиции Никита Бондар. Немецкий удар только ворота. Это футбольный счет на последних секундах тайма. Итак, первый тайм завершен. Счет 1-0 в пользу Уфы. Ну, а теперь уже игра продолжается. Снова Эльдар Брачук оказался на месте. Был шанс. Да, вот снова опасный эпизод возникает. Да, молодец. В ходе предыдущего матча для команды из первого боя сегодня. Да, и он как здорово сыграл сейчас Даниил Дудин. По флангу скорость Ваня Коньков. Мяч так и не получил. Вот снова. Лишь ценой предупреждения желтой карточки игрок под 15 номером прервал проход Вани Конькова.
И на скамейке запасных, и болельщики тоже так оживили. И вот шанс был сейчас, пробивал поворот. А вот такой заброс за спину. И мяч попадает в стойку ворот сейчас. Секунда за секундой. Идет игровое время второго тайма. И вот сейчас Максим Долгуля дает пас на Никиту Бондаря и забивает второй гол. А вот это такая двухходовка. Прекрасно ее разыграли капитан Феникса. И точный удар нанес Максим Долгуля, делая счет 2-0. Да. Ну мы слышим, что Бразилия у нас есть. Уже соперники действуют без оглядки на собственные ворота действиями своих игроков. Ну и вот мяч попадает в сетку только с внешней стороны. Получил травму капитан команды Никита Гоцарь. Это уже в жесткой борьбе. И вот еще один момент. Глеб Владимиренко отдает пас, но голкипер, да, здесь третий команд не был. И вот уже ответная атака, еще один точный удар. А Фениксу важно еще сохранить силы на второй поединок сегодняшнего дня против команды из Одессы. Хочу сейчас Ваня Конькова. Как здорово разогнали эту атаку. Удар врачу вовремя выходит на ворот. И да, вот выход 2 в 1. Максим Долгуля и забивает еще один гол. 3-0. Дубль сегодня, да. Сегодня Максим у нас один из самых заметных фигур на площадке состава Феникса. Мы не будем забывать, что это командная игра. Ну и потому что развивается сегодняшний матч. Можно сказать о том, что Феникс оправдывает свое название. Тиста Феникс возрождается из пепла. И вот какой прекрасный удар Даниила Дудина, который снял паутину с верхнего угла ворот соперника. 4-0. Да, это уже такая весомая заявка на итоговую победу. Но не будем пока спешить с выводами. Дальний удар, но здорово сейчас вернулся на свою позицию. Удар Брачук. Да. Еще один удар. И мяч все-таки попадает в ворота Феникса. Подошло. Теперь нужно как можно быстрее к своим воротам. Как здорово сейчас Ваня Коньков сыграл. Что, судья назначает штрафной, опасный очень штрафной. Получив тренерские указания, сейчас будет разыгрывать штрафное положение. Вот сейчас снова Валя Коньков принял удар на себя. А теперь уже и Вова Вальдеба не уступает в борьбе с своих ворот. Придумать какую-то неприятность для вас. Не выключаться из борьбы. Вот сейчас. И еще становится 4-2. Да, я думаю, что надо прессинговать сейчас соперника. Дальний удар. Мяч попадает в стойку ворот. Да, сейчас немножко где-то финансы повезло. И перебей перекладина. Это, конечно, не канониры. Я думаю, что... Сейчас, да, и тут что, 3 минуты. Он сейчас долго не мог принять решение, в результате решил забросить мяч в уровнем соперника. Да, и тут важно сейчас эти последние секунды предельно концентрированно отложилось, столько ворот, и... И вот теперь Данила Болдышев забивает 5-й гол, да! Опять 2. Да, и получил травму там в борьбе. Пробующий раз. Доказывать. Атака. Максим
Да, потерял мяч. Максим Долгуля в этой ситуации. И теперь что? Еще становится 5-3. Да, это 43 секунды до конца матча. Заметился в протоколе не единожды. Еще один шанс. Да, мяч рядом со штангой пролетает в районе полукруга вратарской площадки. И дальний удар. Финальная сирена, которая возвещает о победе Феникса над командой ФК Черкассы. Судя по результатам, 5-3.